вот это было-то, да? И много он нам сказывал. Вот эту сказку-то тоже у него. Ну, погодка-то. Усиша. Ага. Еще за рекой рекой был отец-тыре двора. Отец-тыре двора, да из ворота и ворота. Еще жил такой крестьянин, он и солоду не ростил, завсегда пиво варил. Он и денег не кует, да деньги за аймы дает. Иша шитаки усиша, да таманиша. Стуки, 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 стуки на крыльцо. Бряки, 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 бряки за кольцо. Ты вставай, кохозин, отворяй нам ворота. Ты вставай, кохозейка, добывай огня. А хозяин отстава, да ворота им отпира. А хозяйка то встава, да и огня им добыва. А еще шо бы нам хозяин, нам попить бы нам поесть. Нам попить бы нам поесть, да нам позавтракать. А хозяин от идет, да еще курица в окна несет. А хозяйка то идет, да и ушат молока несет. Они покусу хватили, призаправились. По-другому то хватили, Богу кланялись. О, спасибо тебе, хозяин, на овсяном толокне. О, спасибо тебе, хозяюшка, на кислом молоке. И шо ты бы нас, хозяин, напоил да накормил. Напоил да накормил, да животом нас наделил. А хозяин, он божится, правду деньми окнет. А хозяйка, то ротится, да и не где взять. Ты пойди, самосон, да колупай заслон. А в гладике ко хозяину пылу подру. Так ты скажу хозяин про особину свою. А хозяин он идет, да свою особину несет. А хозяйка то бежит, да до стальных деньги дошит. Они ели и разделили по 50 рублев. А голыпом усишу 90 рублев. Ну, спасибо тебе, хозяин, напоил, да накормил. Напоил, да животом нас наделил. Мы и дворы твои знаем, да опять зайдем. И ваши дворы знам, и к вам придем. Первое, брат, пришел, да дал мне на быка, да дал мне на козла, да дал мне на дерево, да дал. Козел себе маленький бычок, да мрошеничок, своей кормли нечок. А другой брат пришел, да третий брат пришел, четвертый брат пришел, да пятый брат пришел, да дал мне на быка, да дал мне на козла, да дал мне на денег, да дал мне подарил, да стал у меня пеньков и козлов четыре быка, четыре козла, три быка, три козла, два быка. Маленький бычок, да мороз.